Ой-ой-ой, ноги замерзли, руки замерзли. Всем привет, друзья! Собрались мы на покатушку. На улице минус 10, насыпало снега. Едем рубиться. Чуть Боря не хватило. Есть. Натяжечку не получилось. Чуточку надо брать инерцией. Так, я так понял, это грязевые гудричи тоже зимой не едут. Только ходами. Накатали уже. Накатали. Куда? Ну что, стоковый запор в деле. Вообще без проблем. Хорош, хорош, вообще на грани. Теперь надо как-то выехать с этого оврага. Давай, 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 давай. Там не за что тянуть. Ура! Задик сейчас на новых колесах. Раньше были 31-е, сейчас 33-е. Вот это жесть! Вот это тема! Так, ну тут я так понимаю, без шансов вообще. Прям нереальная.
проверил. Сори, Рома. Хорош, да? Да, неплохо, неплохо. Я не верил. Я просто не верил. Это практически нереально было. Эта машина очень серьезный автомобиль, дело в том, как я уже понял. Да. Только ходами. Ой-ой-ой, надо уходить. Прям заглох. Такой обрыв метра 4, наверное. Прям резко. Вообще. То ли вес большой, то ли движка не хватает. Ходами еще больше ходов. О-хо-хо, уже близко. Еще не то. Диагонали капец. О, само блок неплохо работает. Это стандарт. Это стандартный ВСД. Неплохо. Выровнялся диагональ, перестал ловить и выехал. Натяжечку не получилось. В этом месте мы были в прошлый раз. Уже все замерзло. Почти. Еще немножко. Главное машину не порвать. На днище. Да. Оп, есть. Красота.
бедный Nissan, сколько он уже повидал за свою жизнь. Реванш? Да, это сильно. Оп-оп-оп, это опасно. Опять такая ситуация, как у гелика в прошлый раз. Что, ну, у нас есть лебедки вообще? Есть. Нужна лебедка с той стороны. Днищем достаешь, не? Накатали уже. Но если рампы хватает, то шансы есть. Если дном бьешься, то уже не то. Протерик становится якорем, чтоб не стаскивало тирана. Есть контакт. Вообще горка обледенела. Так, сейчас в мою сторону будет лететь, походу. Давай, запар! Чуть-чуть не хватило. Несет. Так, можно перевернуться. Вот это он подлетел. Я в порядке. Не-не-не, лучше выезжай. Тебе повезло только что. Это был знак, выезжай.
снеги в минус 10. Ноги замерзли, руки замерзли. Мама, забери меня отсюда. Проехавши несколько километров, на пути у нас болото. Я не знаю, насколько оно замерзло, не замерзло. Если толщины льда достаточно, чтобы проехать шикарно, если нет, придется порубиться. Кто-то вот правее, гелик полностью 35-е колесо под воду уходило. Правее, если. Правее. Левее тоже тяжело, но полегче. То есть надо левее брать. По-моему, все. По-моему, на этом наши полномочия все. Так, та сторона буксует. Да. Не-не-не. Все ниже и ниже. Так, машина все ниже и ниже уходит. Так, тут аккуратно. Вот сюда. Помогите! То болото решили объехать, потому что в воде при минус 10, ну как-то не по кайфу рубиться. Если ноги намочить, вообще капец. Сегодня можно ярко покататься. Две атмосферы, мудовая лысая резина. Топчик. Рубится только серьезно. Да, реально ему одному сегодня не скучно. Ра-та-та-та-та-та. Давай, давай. Короче, Серый, надо спускаться. На холостых, да? В принципе,
ты без проблем. Ра-та-та-та-та-та-та! И на саночках вниз. Здесь то же самое, только снизу. Блин. Тут уже лед везде накатал. Ты за зимней резиной. Пока. Ты ушел в закат.